О, Серега! Серега, здорово! Поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе всего самого наилучшего. Желаю, чтобы твоя жизнь была наполнена приключениями и путешествиями. Желаю, чтобы ты, когда встречаешься с трудностями, ты всегда отражал атаку, чтобы тебе было все нипочем. Желаю, чтобы в твоей жизни было бы и в твоем кармане всегда были бы средства. И чтобы ты ими не раскидывался понапрасну. Желаю, чтобы в твоей жизни всегда сопутствовали звезды. Желаю творческих успехов, Серега. Желаю также не расслабляться, читать умные книжки, например, как Томас Челадзе, «Повести белый дым». Выберешь сам уже на свой счет. Также, Серега, желаю, я знаю, для тебя это важно, хорошую жену, настоящую хозяйку, чтобы она тебе на обед не подавала бы вот это. Короче, Серега, всего тебе самого наилучшего. Поздравляю тебя с днем рождения. Сережа, поздравляю тебя с днем рождения, оставайся таким же милым музыкантом и желаю тебе побольше веселых приключений в твоей жизни. Я хочу тебе пожелать, чтобы тебя вокруг окружали только хорошие, заботливые друзья, которые всегда тебя будут поддерживать в каждой твоей ситуации. И также я хочу пожелать, чтобы твой позитив, твоя улыбка всегда оставалась рядом с тобой, и ты мог радовать еще других людей. Сережа, привет! Я, Карина, хотела поздравить тебя с твоим днем рождения. Мы желаем тебе всего самого-самого наилучшего, чтобы ты всегда был таким же веселым, ты всегда был таким же зажигательным и чтобы проводил как можно больше времени с такими, как мы. Божьих благословений тебе всего самого наилучшего. С днем рождения! С днем рождения! Привет! Поздравляю всех жителей Латвии с днем рождения великого музыканта, импровизатора Сергея Файнова. Хочу пожелать ему творческих свершений, счастья, здоровья, верных друзей и благословений по жизни. С днем рождения! Серега, у тебя сегодня день рождения. Ты этого дня очень долго ждал. Ну и я тоже, потому что я наконец-то могу тебя поздравить. Короче, напрямую говорю, любви, счастья и доброй жизни тебе. Несмотря на твой возраст, ты до сих пор хорош и молод. Желаю тебе хорошей жены, чтобы ты работал хорошо и оплачивал обучение своим детям. Люби свою маму и слушайся ее. Короче, Серега, поздравляю тебя чистого сердца, потому что мы друзья. Так, подожди секундочку. Это я тебе желаю. Короче, с днем рождения, брат. Желаю тебе счастья. Поздравляю тебя с твоим долгожданным днем рождения и желаю тебе стать еще счастливее. Сергей, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе всего самого лучшего. Пусть все твои мечты сбываются. Привет, Серега. Поздравляю тебя с днем рождения и желаю тебе радости в жизни, счастья, всего самого лучшего и крепких отношений с Господом Богом нашим. И, пользуясь случаем, хочу тебя поздравить. Хотел тебе сыграть, но нет гитары, так что придется спеть. Днем рождения тебя поздравляю, друзья! С днем рождения, с днем рождения, с днем рождения тебя. Серега, поздравляю тебя с днем рождения. Настал этот долгожданный день, потому что день рождения, несмотря на возраст, всегда долгожданный. Желаю тебе, чтобы ты никогда не терял эту юношескую такую задоринку, чувство юмора и такой молодой дух, и спасибо за то, что ты всегда вписываешься в нашу компанию, несмотря на то, что ты самый старший в нашей компании. В этом ты, собственно говоря, преимущество, так сказать, убеленный сединой, мудростью. Вот, поэтому подавай нам всегда хороший пример, продолжай. Желаю тебе удачи в твоем творчестве, и бесспорно Бог тебя наделил талантом музыкальным, и никогда не отказывайся кому-нибудь подыграть. Вот, это так, на заметочку. Посвящаю все свои таланты Господу, потому что Он именно нас ими наделяет. Пусть Он тебя благословит в личной жизни, на работе, и успеха тебе во всем. И, да, удачи по жизни, хорошего дня, хорошего года, и счастливенько. С днем рождения! Привет! Так, от тебя, от меня маленькое послание.
Поздравляю тебя с твоим наступившим или еще не наступившим, но днем рождения. Желаю тебе всего самого наилучшего. На самом деле, я, скорее всего, тебе желаю только одного. Я думаю, ты этого тоже больше всего хочешь. Поскорее завести семью и пожениться, так что найти себе хорошую жену и быть счастливым в личной жизни и вообще в жизни. И достичь всего, чего ты хочешь. Так что еще раз тебе хорошего дня рождения и вообще хорошего дня. С днем рождения, Серега! Поздравляю тебя с днем стартов и всяческих пожеланий. Желаю тебе в жизни очень много хороших дней, таких ярких и солнечных, как сегодня. Оставайся собой, развивайся всячески, будь позитивный по жизни, в гармонии с собой и также с Богом. Поздравляю с днем рождения! С Новым годом! Так как мы деловые люди и всегда в пути, поздравляем тебя именно с машины. Хотим тебе пожелать всего наилучшего в твой наступающий 18-летний день рождения. Хочу тебе сказать печальку маленькую, но это так, ничего, твоя невеста передумала выходить за тебя замуж, будет греть врачом. Но ничего, мы надеемся, что ты найдешь свою именно ту красавицу, которая будет тебя любить и именно будет такой, какую ты ее хочешь видеть. Хотим тебе пожелать всех благ и всего-всего наилучшего. А самое главное, Божьих благословений. Эй, Серега, тебе из Литвы, с теплой погоды тут совсем тепло, я в кофточке вышла на улицу, чтобы чуть-чуть отвлечься от победы и прислать тебе поздравительное поздравление. Поздравляю тебя с днем рождения в твоем предпенсионном возрасте, прости уж, что так говорю, но ты сам знаешь, что такое уже не за горами, что мне тебе пожелать. Успеха тебе во всем, во всех твоих делах, и желаю тебе наслаждаться своей игрой на гитаре и продолжать радовать нас почаще. И я думаю, все будут в церкви особенно рады, если ты будешь почаще сопровождать Дарину и девочек и всех остальных, кто поет. Удачи тебе также и в личной жизни. Будь всегда счастлив, здоров, так держать. Поздравляю. Серега, с днем рождения. Что могу пожелать? Ну, здоровья у тебя и так нормально. Не надо на себе. Денег тебе хватает. Ну, жену, да. Желаю тебе жену. Но не суть, да, не надо тебе жена, лучше захватиться не стол, да, стань главнокомандующим там и найми себе подчиненных, которые будут работать на тебя, да, увидишь, насколько это прибыльно. И также желаю тебе не просто стать главнокомандующим там, так еще открой свою похожую фирму, которая будет производить металл. Я не знаю, может быть, через несколько лет это будет, может, к 40 годам. 40 годам. В любом случае, пробуй, Серега. Да. Удачи тебе. Чао, Сергей. Абсолютно тебе. Это вот зимшес дена. Лай тов виси издодес, лай тов ir viss kārtībā, lai tu brauc ātri un lai visi ir štokos.